Готов. На месте? Да. Хорошо, мы приветствуем Дмитрия. Интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Ты знаешь, он распят, как щелкунчик весь. Он не кинут, ничего не может. Глаза Пропадают. двигаются, и все у него. У него глаза двигаются. Хорошо. Что-то ему мешает. Конструкция или что-то мешает, посмотри. Да, у него, ну, скованный он весь. Хорошо, он меня слышит, он может ответить? Или нам все равно придется вытаскивать конструкцию перед сканированием? Вытаскивать, потому что у него все только понял. Глаза двигаются. Все понял. Я даю команду на счет три. Отключается эта конструкция до последнего проводочка, чипа, датчика, импланта. И на счет три безболезненно выходит из всех семи тонких тел Дмитрия. 1, 2, 3. И зависает перед ним в воздухе. Готово. Хорошо, отправляю эту конструкцию в клетку-тюрьму. Дмитрий, вы меня слышите сейчас? Можете говорить? Да, может. Хорошо. Мы приветствуем вас и просим вашего разрешения, согласия на вашу диагностику и чистку. Вы даете согласие? Да, дает. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Дмитрия, под ногами. Тонких тел Дмитрия находит все. Гуманоид, красный дракон, суккуб и бес. Какой бес? 8. Еще кто-нибудь есть? Больше не вижу никого. Хорошо, снимаются все маски, голограммы, все сущности пристают согласно своему эфирному коду ДНК. Если гуманоид и красный дракон с кем-то связаны, выстраиваются каналы и притягивают ответственных в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Ящер. Вот. Связан с гуманоидом. Отлично. Ящер замер в клетке. Считай цифры над головой ящера. 6000. Ровно 6000? Да. Хорошо. Что, паразит, ты здесь устраиваешь, а, ящер? Он говорит, что нужна его энергия для эксперимента. Хорошо, а мне сейчас надо энергии твои для эксперимента с моим лазером. Влад, просканируй, сожги его защиту ящера, приступай. Просканируй ее, подбери ключи, найди тонкое место и сожги ее мощнейшим ударом, чтобы он ее прочувствовал. Он говорит, что я не прячусь. Да? Ты не был в клетке, я тебя вытащил через гуманоида. Ты управлял всей этой цепочкой. Но он говорит, я бы не так не сказал, что я управлял. Это мой заказ. Но управлял здесь всем гуманоид. Который продался тебе, да? За какой-то заказ. И ты ему что-то пообещал за это, да? У всех есть своя цена. Понятно. Гуманоид, ты Сириус или откуда? Орион. Орион. Ловец душ? Да. В том числе. Хорошо. Ты же знаешь, чем заканчиваются твои эксперименты? Чем они для вас всех закончатся здесь? Догадываетесь приблизительно, нет? Если ты не будешь так зол, ты нас отпустишь. Конечно, не отпущу. Я абсолютно еще не зол. Так, красный дракон. Считай цифры над головой красного дракона. Он что-то подвывает, ногами стучит. 3028. Правильно он делает, что нервничает. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Остановись. Выключая печать дракона, спрашиваю к дракону, кто его привел в это биополе. На кого он работал? Он сам пришел. Да, уж очень он вкусный. Сам пришел. Как долго ты находился в этом биополе? 5 лет. Как долго находился гуманоид в этом биополе? 8 лет. Хорошо. Суккуб, как долго ты находился в биополе? 3 года. Как долго находился без биополя? 8. 8 лет.
Хорошо, начинаем с реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Дмитрия справиться от всей энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Дмитрию. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним, выстраивая отдельный канал от Дмитрия к конструкции гуманоида. 1, 2, 3 и реверсом отдаю назад в этой конструкции все негативные и патогенные энергии, энергии всех болезней, все, что он мог получить от этой конструкции, возвращается назад. Пошел процесс. Грязь идет ко всем. Хорошо. Эта конструкция, как кислота какая-то, возвращается желтым цветом. Кто был, был обмен энергии. Кто был ответственен за панические атаки несколько лет назад, когда тревога у него зашкаливала? Когда он не мог ходить, у него сердце вылетало, из-за чего он похудел и не может набрать вес? Кто был ответственен за эти отрыжки, изжоги, перебои в сердце? Молчат? Они спирают на инсектоида, который ушел. Когда он ушел? 3 дня. 3 дня назад ушел инсектоид. Хорошо, мы сначала подождем окончания реверса. Значит, информация идет, что у него это инсектоида. То есть то, что связано с желтой чакрой. Угу. Полностью было поражено инсектоидом, да? Это было инсектоид, но оно не связано с паническими атаками. Я повторяю свой вопрос насчет панических атак. Кто был ответственен за панические атаки? Над клеткой ответственного загорается маячок и мигает. Конструкция. Конструкция. Кому она принадлежала? Гуманоиду. Гуманоид получает удар 100 тысяч герц. Следующий будет 500 тысяч герц. Если ты еще раз, гуманоид, не ответишь на мой вопрос, я тебя скину в галактическое ядро. Он ругается на своем языке. Влад, положи его на пол. Приступай. Он говорит, что я не первый здесь. Направляя на него печать семи архангелов, даю мощнейший удар. Отлетел в другую клетку, в сторону. 1, 2, 3. Он говорит, что ты меня можешь прожечь. Серьезно? Какая неожиданность. Хорошо, реверс закончился, Верочка. Да. Я даю команду сейчас устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса Дмитрий забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Дмитрий себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. И по этому каналу к конструкции вытаскивай реверсом весь белую божественной энергии. 1, 2, 3. Все, что находится на его чистоте, возвращается мощным потоком назад из этой конструкции. Пошел процесс. Ну, у него душа возвращается. Во-первых, ощущение вообще, что на нем стоит цена. И он продан кому-то. Не кому-то, а ящеру вот этому. А и кто продал? Гуманоид, он поддерживает вот эту конструкцию и связь с ним. Так, гуманоид, ты мне, по-моему, много еще не рассказала. Ну, давай, а то я сейчас начну из тебя делать Грея. Смотри, он сказал, что был кто-то до него. Кто что это был? Его работа – это поддержание вот этого обмена энергиями. Кто тебе дал этот заказ? Кто был до него? Ящер дал заказ. Кто продал? Ящер дал заказ гуманоидам. Ящер? Ты что продаешь сейчас? Он не продает. Это было ему продано. Кто тебе продал? Он заказал гуманоидам энергии урана. Да. Привели его.
Значит, это гуманоиды все организовали. На, по заказу ящера, правильно? Ящер, да. А идея пришла ящеру самому, да? Этот заказ разместить. Мне нужна эта энергия, он говорит. А ты не хочешь, ты не хочешь посидеть несколько сотен лет в земном исчислении в межгалактической полиции? Говорит, что иногда можно купить просто энергии, но иногда нужен именно тот, кто их, тот, кто владеет ими. Угу. Ну хорошо, ты будешь отвечать сегодня за все свои действия. Я тебе просто это могу пообещать. Тот, уже прям. Кто производит их постоянно. Значит, ты считаешь, что это риск оказаться, стоять перед судом и отвечать за свои действия, тебе был выгоден по-любому, даже несмотря на то, что такая опасность для тебя существует? Опасности не было, пока не пришел ты. А я и есть опасность. Мы прекрасно работали. Почти 9 лет. Уничтожали человека почти 9 лет. Доводили его до панических атак. Поломали ему здоровье. Хорошо, я сейчас даю команду. Включаю внутренний белый свет Дмитрию. 1, 2, 3. И даю команду на специальную команду только на энергию инзиктоида. Белый свет выдавливает только энергию инзиктоида, его жидкость, его ДНК. Все, что осталось в биополе Дмитрия. На счет 3. 1, 2, 3. Пошел свет. Только энергия инзиктоида выходит и формируется в шар. Нет, он забрал все. Хоть микрон должен остаться. Подсвечивается красным. Я досмотрел все. Ничего нет? Нет. Он знал, что так будет. Это что, у меня вообще сейчас никакой возможности нет достать этого инзиктоида, получается? Ну, он забрал все и ушел. Но всегда следы остаются, что-то должно остаться на каком-то поле. Энергии боли остались от инзиктоида? Если таковые есть, они выходят. У него просто пустая чакра желтая. Хорошо, я прошу сканер просканировать. Если он найдет хоть один микрон энергии инзиктоида, он эту энергию выводит в этот шар, который перед Дмитрием. 1, 2, 3. И страх. Отлично. И этот страх формируется в шар. Есть. Отправляя в клетку тюрьму. И от этого шара выстраивает канал к инзиктоиду 1, 2, 3 и притягиваю в клетку тюрьму, становится моим заложником, где бы он ни находился. Значит, 3, 1, 2, 3 стоит в клетке. Да, будет так, а так и есть. Он притянулся. Вот так. Инзиктоид получает удар 100 тысяч герц. Напуган, он не понимает, паразит. Почему он здесь. Да, вот, ты думал, ты все достал? Ты думал, ты можешь обмануть с Верой? И мы тебя не найдем, паразит? Ты 3 дня назад ушел. Он говорит, я добровольно покинул. Ты покинул не добровольно. Ты знал, что он идет на чистку. И ты почищал свои следы. Ты вытащил все, но не все для меня. Сколько ты находился в биополе? В чем моя ошибка? Он говорит. Твоя ошибка в том, что ты ушел только тогда, когда у тебя опасность. А ты не ушел, потому что ты что-то понял, что нельзя находиться в биополе человека. Сколько ты находился в его биополе, паразит? Он говорит, как ты меня притянул. Да, вот такие у меня секреты и возможности есть. Представляешь? Что я сделал не так? Я тебе не отвечу на этот вопрос. Я тебя спрошу межгалактическую полицию, заберут тебя туда или нет. Вот это я сделаю. Итак, сколько ты находился в биополе? Меня забирать? Сколько ты находился в биополе, я спрашиваю? За то, что ты сделал. 10 лет находился. Ты его желудок угробил. Ты его здоровье гробил 10 лет. И ты спрашиваешь, это что тебя забирать? Хорошо, Верочка, посмотри, он пожалуйста. Он говорит, я делал обычную работу. Его здоровье гробила конструкция, которая вытянула с него всю душу. С этим мы тоже разберемся. Я тоже мне надо знать, как ты меня вернул. Не скажу. А это мой секрет. Он пытается тебя просканировать. И как? А ну давай посмотрим. Сканируюсь я или нет в этой комнате? Но дальше клетки не выходят. Абсолютно верно. Вот такие дела инзиктоид.
Все меняется. Все меняется, инзиктует. А только все знали об этом, кроме тебя и у твоих присутствующих в клетке. Все. Реверс закончился, Верочка. Я могу продолжать? Да. Хорошо. Mm-hmm. Так. Бес, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в биополе. Отключайся полностью. Возвращайся в клетку, тюрьму и докладывай мне о готовности к проверке. 8 лет. Чем ты занимался 8 лет в биополе, бес? Наблюдал. Зачем наблюдал? За разрушением. Объясни с этого момента, какое разрушение, кто его делал? Верхнее. Он показывает, он лежит, смотрит наверх, как меняется его эмоции. Меняются его эмоции. А эмоции... Боль. Это все было от конструкции, да, бес? Страх. Он говорит, что я вижу, что врать бесполезно. Я усугублял ее. Ты усугублял, хорошо. Как ты ее усугублял? Ну, она стекала тебе все вниз. Ты сидел на самом... На... У нас утяжелители. Звук как-то тянется, пропадает. Не знаю, что у тебя с интернетом. Утяжелители ты поставил. Хорошо. Так, скажи мне, есть лярвы в биополе? Подожди, он показывает, у него ноги. Да. Они связаны вместе. Угу. Причем чем-то тяжелым, черным. Таким, как проволока, я бы сказала. Кто связал? Толстый. Он сам связал? Это бес. Ну, я говорю, бес. Это бес связал, да? Да. Понятно. Снял сейчас все. Хорошо. Лярвы есть в биополе? Да. Где? Сердечная чакра. Низ живота. Низ живота. Там у нас сидел суккуб. Спина. И конструкцию, да? Понятно. Хорошо. Ты хочешь меня попросить их забрать? Я был бы рад. Забирай. Ничего не оставляй. Значит, у него стекала туда. Угу. Энергия, негатив, боль. У него стекала в руки и в ноги. А там бес собирал это все. Да, он потому и утяжелял, что все это вниз, как масло, вот так оно стекает. Слушай, бес, ну вот эта конструкция, она реально поставлена на то, чтобы человека уничтожить. Я вот смотрю по ее вреду, которую она нанесла. Как ты думаешь, сколько бы человек... Говорит, ты что, не понял? Я понял. И как ты... Душу продали и закрыли в этой конструкции в обмен на чужие энергии. Mm. Кислота, которую вы видите. Да. Произошел обмен. Скажи он мне... Он сам к себе не принадлежит. А кому он принадлежит? Ящеру? Разбирайтесь сами. Да мы-то разберемся. Дело в том, что они мне сейчас все принадлежат, а не наоборот. Им никто не принадлежит, а им принадлежит, они принадлежат мне сейчас, все. И включительно тебя. Но так как ты кооперируешь, все будет нормально с тобой. А вот с ними еще непонятно. Будем разбираться. Хорошо, бес, скажи мне, сколько бы протянул еще человек с таким массивным воздействием на него? Сколько бы он еще мог жить на этой земле? Без души. Конструкция, которая стоит. Да. Она позволяет ему жить, потому что душа находится рядом. Если бы ее забрали, последствия были бы намного хуже. Понятно. Но откачивали только энергии. Хорошо, мы будем это разбираться. Благодарю за информацию. Хорошо. Бес, ты все забрал, да? Да, он все забрал. Он показывает наверх, у него на лбу, да, сбоку стоит цифра. Он говорит, что это цена 89.20. А кто это поставил, этот ценник? Ну, цена, я не пойму, чего. 89.20 чего? Каких-то энергетических чего-то. Единиц. Энергоединиц. Хорошо, это цифра. Кто ее поставил? Ящер. Отлично. И сила моего намерения, эта цифра выходит из его биополя. Он говорит, тот, кому он принадлежит, то есть ящер. Выходит эта цифра. Да.
и впрессую ему в голову эту цифру, в голову ящера. 1, 2, 3. Не может ни стереть, ни снять никак. Она полностью на все его тонкие тела распространяется, остается навсегда. Да, будет так, а так и есть. Он рычит. И удар. 500 тысяч герц ящеру. Пошел удар. Твоя тонкая копия нравится. Говорит, что сегодня весело. Абсолютно верно. Не только ему нравится. Нам обоим нравится. Скучно. Да. Итак, что с ним происходит? Еще рычит? Нет, он дышит тяжело. Хорошо. 1 миллион герц хочешь, ящер? А 10 миллионов герц хочешь? Я тебе такой ценник сегодня на лоб поставил. Он тебя навсегда будет преследовать. Всю твою оставшуюся жизнь. Паразитарная сущность. Он говорит, что ты переходишь границы. Да. Хорошо. Не бесчинствуй. Это не бесчинство. Это даже и не наказание. Это предвкушение того, что тебя ожидает. Он говорит, дай мне уйти. Никуда я тебе. Я тебе дам уйти сегодня. Два варианта. Или в межгалактическую полицию, или в галактическое ядро. Выбирай. В общем, ты их напугал всех, они все просятся уйти. Никто никуда не уйдет, Суккуб. Кроме Би. Хорошо, с Суккубом будем разбираться. Суккуб, выходи, собирай все свои ленточки. Все, что ты оставил, снимай, выкачивай, отсасывай. Мне все равно, чтобы никаких следов не было. Уже делается. Не слышу. Уже делается. Хорошо. Снимает. Готово, отлично, хорошо. Так, у нас на очереди красный дракон. Выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью. Он тоже что-то подвывает. В чем дело, красный дракон? Че ты подвываешь в моей комнате? Неприятная ему ситуация. Не только неприятная, она еще с последствиями. Я-то думал, 3028 уровень, ты какая-то осознанная душа. Я встречался с очень многими драконами. Среди них были очень интересные экземпляры. Интеллигенты были. Ты относишься к криминальным элементам. И сегодня вы видите закон кармы в действии. Он плату снял. Хорошо, вернулся? Да. У нас все вытащили, получается, да, Вера? Но у нас вышла конструкция, не знаю, если еще что-то. Хорошо, я даю команду. Значит, три, это конструкцию, которая стоит у нас в клетке. Если хоть частица осталась от этой конструкции, выстраивая канал от Дмитрия, конструкции, еще хоть капля... Хоть микрон энергии, хоть какой-то чип незамеченно остался. На счет 3 по этому каналу он возвращается назад в эту конструкцию. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Возвращается энергия, есть еще от этой конструкции. Вот, отлично. Выдавливаем все туда-назад. Усиливаю потоки в 100 раз до последнего микрона. Хорошо. Я даю команду на рассинхронизацию. До число значения 100%. Так что, инзиктуя, я теперь всегда смогу тебя находить. И тебя, и всю твою цивилизацию. Даже если ты все свои следы подберешь. Вот такая у меня есть технология. Готово. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. Если что-то незамеченным осталось, сканер показывает это красными очками. Пошел процесс. Готово. Чисто? Да. Хорошо, подхожу к Дмитрию, кладу руки на плечи и мощным ударом сжигаю все каналы к конструкции, ко всем интерферентам. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы, открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И каналы уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Отлично, хорошо. Бес. Кто из вас присутствует в квартире, Дмитрий? Бес присутствует. Хорошо, бес, у меня пока нет заказа на чистку квартиры, я тебе рекомендую, если ты не хочешь со мной второй раз встретиться, потому что заказ придет по-любому. Если я второй раз тебя встречу, но уже в квартире, и ты не уйдешь к тому моменту, как я приду, мы с тобой уже не будем такими друзьями. Ты это понимаешь? Да, ладно, ладно, понял. Я тебе рекомендую собрать все, что ты оставил там, и тихонечко уйти через портал, пока он открыт. Все понял? Тебя услышал. Хорошо, отлично. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Суккуб. Ты все понял, да?
Мы это биополе будем проверять. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. 1, 2, 3. Суккуб забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую тебя, Ли. У меня сегодня интересный случай. Посмотри, пожалуйста. Значит, ящер шеститысячный нанял гуманоида, наклеил цену человеку 8920 на лоб. Гуманоид установил какую-то страшную конструкцию, которая просто руинировала его здоровье, отсасывала все, что можно, со страшной силой. И еще непонятна функция вот этого красного дракона. Относится он к ним или не относится? Кроме того, у меня еще инзиктоид сидит, 10 лет, который ушел. Продажа души запрещена законом. А для ящеров законы же не писаны. Ящеры и гуманоиды мы добираем, остальных отпускают. Конструкции на уничтожение. Ли, скажи, пожалуйста, вот эта цифра 8920, это цена в каких-то измерениях энергии, единиц какой-то энергии специальной, да? Так и есть. Я так и понял. Какая-то универсальная энергия, которая как средство оплаты действует для всех. Обмен энергиями. Все понятно. Хорошо. Я могу надеяться хотя бы из любопытства узнать, ну не праздное любопытство, что ожидает за продажу души, сейчас вы споймали такого. Что ожидает таких представителей, таких сущностей? Сперва будет расследование. Обязательно решение будет вынесено. Ли, я благодарю тебя. Хорошо, забирай гуманоида и ящера. Под конструкцией открывается портал в галактическое ядро. Конструкция уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяй. Забрали. Забрали. Хорошо. Красный дракон. Ты мне ничего не хочешь сказать? Вернее, не мне, а Дмитрию. Слово красного дракона могу дать. А ты не хочешь попросить у него прощения за все боли, которые ты ему причинил последние 5 лет? Мне говорили, у вас из всех сущности у драконов есть более-менее какая-то высокая осознанность. Я встречался с драконами, которым не только стыдно было, но они и приносили извинения. Я вижу, ты не дошел до еще до этого уровня осознанности, даже с твоим 3000 уровнем. Не так ли? Говорят, что здесь просто все наслоилось. Не надо только на... Моя плата да. Не причиняла такого ущерба. Если бы она одна была. Но так как ты присутствовал в этой компании, которая разрушала здоровье и жизнь человека, его души, ты здесь вполне законно находишься. Ты дал нам сейчас слово «красного дракона». Я хочу, чтобы ты еще попросил извинения за боли, которые ты причинил Дмитрию. В каком виде ты хочешь, чтобы я принес извинения? В устном виде. Чтобы ты сказал своими словами. Что ты жалеешь о том, что произошло? Я прошу космическую душу отпустить боль, зло и любое намерение, которое приводит к негативу в мою сторону. Хорошо. Дмитрий, вы прощаете дракона? Дмитрий слышит? Дмитрий немножко в шоке. Он говорит... Ну, немножко в шоке, это можно понять. Я принимаю его извинения и отпускаю с миром. Красный дракон тебя отпускает с миром, твои извинения приняты. Ты готов уходить? Готов. Вот такая есть, вот такое есть величие души. Вот это вот цена осознанности. Благодарю тебя, красный дракон. Сделай выводы. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. 1, 2, 3. И красный дракон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатаю, растворяй. Он говорит, дайте ему живой энергии. Дадим. Хорошо. Так, у нас остался один инзиктоид, да? Да. Инзиктоид. Ты что, хочешь уйти? Оставить нас здесь? Выпусти меня, я все забрал уже. Хорошо. Я прошу тебя сделать выводы из нашей сегодняшней встречи. Времена меняются и для вас, и для нас. У нас появляется больше возможностей, и мы будем сопротивляться. Тебе это понятно? Да. Хорошо.
открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инзиктоида 1, 2, 3. Инзиктоид уходит на свою частоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Вот этот шарик, по которому я его притянул, открывается портал в галактическое ядро, он уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Чисто в клетке, посмотри, пожалуйста. Чисто. Все, хорошо, поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Дмитрий, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Он отлично себя чувствует. Хорошо, отлично. Будем тогда возвращать Дмитрия назад в систему биоробот-душа. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Дмитрия в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Он медленно очень заходит. Синхронизируется по чакрам. Энергия жизни в нем, как по венам, входит везде, по всему телу полностью. Да, его оживляя будет... его. Угу. Его будет немного колбасить, но это уже процесс излечения. А еще у него же зеленый стержень есть, который наверх уходит через верхнюю чакру. Это уран. Да. Им надо еще научиться пользоваться. Он должен быть активирован. Хорошо. Отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, подъем. Я на месте.